На 91-м году жизни скончался король Саудовской Аравии Абдалла бен Абдель Азиз Аль-Сауд. Об этом заявили власти страны в эфире государственного телевидения. Последние несколько недель монарх провел в больнице из-за легочной инфекции. Король взошел на престол в 2005-м, но последние несколько лет часто болел и перенес несколько операций на позвоночнике. После кончины шестого наследника трона на пост пришел его брат Салман ибн Абдуль-Азиз Аль-Сауд. Сообщается, что 79-летний Салман и ранее исполнял обязанности монарха во время болезни короля Абдаллы. Нефтяной рынок отреагировал на новость о смерти правителя влиятельной нефтедобывающей страны и ростом цен на голубое топливо. Эксперты объясняют это тем, что кончина короля Абдаллы может стать началом периода неопределенности с учетом предстоящей смены руководства в Саудовской Аравии.